Очень сложно играть против команд, которые весь матч обороняются большими силами. В такой ситуации нам следовало атаковать очень методично и слаженно, постепенно раскачивая их защиту и ни в коем случае не отступать от своей игры. Но вместо этого мы слишком часто сбивались на сумбур, очень хотели побыстрее забить и допускали много браков в простых ситуациях. В итоге так и не сумели использовать свои шансы. Концовку провели достаточно хорошо, зажали Ростов на их половине поля, но не смогли забить, не знаю. И Ундой был хороший момент, и постоянно стандартов было много. Но что-то помешало нам. Удача отвернулась от нас в этот день. Чемпионат сложный у нас, это не секрет, и, конечно, неприятно, и болельщики расстраиваются, и мы тоже. Поэтому нужно просто работать и быстрее забыть вот эти, сделать определенные выводы правильно и добиваться результата.